Здравствуйте, вы смотрите «Акцент» с Александром Кравцом, депутатом Государственной Думы 5 созывов и первым секретарем Омского обкома КПРФ с 1993 по 2021 год. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, продолжаем расставлять акценты. Главный акцент все-таки сегодня – это Украина. Что мы имеем, Александр Алексеевич, спустя почти месяц специальной операции, и что будет дальше? Ну, месяц операции принес, я думаю, более глубокое понимание того, с чем мы столкнулись на Украине, что пытаемся предотвратить. И я думаю, что избавились от целого ряда иллюзий. Но чего греха таить, в общественном сознании нашего общества, или, извините за тавтологию, бросилась идея о том, что нынешняя Украина и политический режим, который установили после 2014 года, после Майданный период, при президентах этих всех Порошенко и Зеленском, это само по себе, а Украина живет другой жизнью и настроена несколько иначе. А та русофобия, которая била фонтаном из официальных источников от власти на Украине, она поверхностная. Ну вот проведение этой военной спецоперации, которая, конечно же, превратилась, в общем-то, в войну, можно дискутировать по поводу, сказать, масштабов, это другой разговор. Вот она показала, что все далеко не так. Если первичные настроения были, что нам надо подавить прежде всего нацистские батальоны, так, национальные батальоны, которые оказались полками и так далее, вот, а вооруженные силы Украины – это нечто другое, то события последних дней, недель точнее, показали, что не так, что на самом деле вооруженные силы Украины, по своей сути дела, и нацбаты – это одно и то же, и здесь иллюзий питать не надо. Я это говорю, опираясь не на мнение официальных пропагандистов, не на мнение наших непосредственных военных экспертов, среди которых людей немалограмотных, но они зажаты в рамки определенные, выступая на тех каналах, которые контролируются российской властью. Я прежде всего исхожу из того, что говорят бойцы и руководители ДНР, ЛНР. Сопротивление, которое оказывают вооруженные силы Украины, они, похоже, нисколько не связаны с наличием там нацбатов, совершенно отмороженных фашистов, так скажем, это связано с той подготовкой, которую прошли эти вооруженные силы Украины под руководством иностранных инструкторов. За 8 лет, если считать послемайданный период, армию поднатаскали, армию психологически подготовили, и наши донецкие и луганские бойцы, те, кто, так сказать, ведет эту борьбу, отмечают и стойкость, и желание драться, и, в общем, бои идут тяжелые. Все это немного одна не сторона. Так, да? Да, то есть это не так. На самом деле в вооруженных силах Украины доминирует не узкая группа или под прицелом этих нацистов воюют, как заградотряды любят у нас употреблять это слово, нет. Это достаточно массовое явление, и один из показателей, мы надеялись, что с приходом, как говорится, вооруженных сил, а точнее нашей армии братского русского народа, братья Украины, служащие в вооруженных силах Украины, либо не будут, так сказать, воевать, либо будут переходить на сторону тех, кто освобождает от нацистского ига, от русофобов и так далее. Этого не происходит. Это одна сторона, а с учетом того, что за эти годы и контрактники Украины, там же тоже за деньги воюют, вот, прошли подготовку, и база для резерва, для набора, она растет, она имеется, ситуация не такая простая и не такая легкая. Это одна сторона. Другая сторона, надо понимать, что чем еще определяется стойкость им вооруженных сил Украины, им внушили и подпитывают не на пустом месте идею о том, что весь мир с ними, против России весь мир, вот, и поддержка будет, и поддержка не только будет, она есть. Ну, есть простые примеры, вот несколько дней назад в разговоре так называемых пранкеров с министром обороны Великобритании
они, ну, как говорится, розыгрыш в кавычках определенный, министр признался, что они Украине передали почти все запасы противотанковых средств легких. А это тысячи современных, я хочу подчеркнуть, противотанковых гранатометов второго поколения, третье производство Британии и Швеции. Наши военные эксперты отмечают, в общем-то, достаточно эффективное и высокое качество этого оружия. Уже не говоря о пресловутых джавелинах, которые поставляют США, причем этих единиц тысячи. Ну а что такое? В общем, одно попадание удачное, там сказать, этого гранатомета означает вывод из строя не только техники, но за выводом из строя техники там сидит экипаж. Это всегда боевые потери. Сегодня можно говорить о том, что да, удалось решить вопросы, связанные с продвижением по пути блокирования наиболее боеспособной части украинских вооруженных сил в районе Донбасса, где идут тяжелые бои. Судя по всему, как мы говорили, оборона глубоко эшелонирована. Вот отрезаются средства поставки вооружений, но это пока в процессе все находится. С крупными городами мы можем следить на примере Мариуполя, где идут тяжелые бои, и при всем при том те же представители ДНР заявляют, что там за пару дней тему не закрыть. Я бы на что хотел обратить внимание? Конечно, сказать, я убежден, что преодолеем, что эти вооруженные силы будут разбиты Украиной, наши в этом плане проблему решат. Но не так быстро, как нам всем бы хотелось. Хотя хочу сказать, что каждый день продолжения этой войны, затягивание ее, означает новые жертвы и, к сожалению, жертвы с нашей стороны. Я сейчас не буду говорить о гуманитарных там, аспектах, в чем сложности, но наши обыватели, наши граждане должны понимать, что украинский режим, украинские вооруженные силы вот в тех районах, которые сейчас блокированы или, так сказать, полублокированы нашими, создали очень серьезные оборонительные сооружения. И здесь надо иметь в виду, несмотря на наше господство в воздухе, украинская армия получает очень современные средства противовоздушной обороны. Я уже говорю опять о тысячах «Стингеров», о тысячах советского производства системы «Игла», которые, может быть, не столь эффективны, не столь современны, но опасны и для вертолетов, и для низколетящих наших самолетов-штурмовиков. Я это говорю об этом оружии к чему? Ну, можно себе представить, мы разгромили, не только представим, я убежден, в конце концов, с большими или меньшими жертвами, опять, к гигантскому сожалению, мы разобьем эти армии, разбредутся, разбегутся. Но тысячи очень опасного, очень эффективного для партизанского движения вооружений оказались в руках, я не говорю о автоматах Калашников, которые раздавали там, сказать, десятками тысяч, я говорю об этих тысячах «Стингеров», «Джавелинов», как их там, этих английских гранатометов противотанковых, которые легко спрятать, не только там, сказать, в огороде, в багажнике машины, просто в лесополосе и так далее. И при той начал разговор с того, что армию накачали, их сделали русофобами, они вести партизанскую диверсионную работу становится, ну, достаточно легко, а при современных средствах связи тем более, когда скоординировать ударил, нанес ущерб, выстрелил в танк наш или в БМП, жертвы, потери и так далее. Я уже не говорю про просто, так сказать, автотранспорт, который перевозит людей или военнослужащих, и потом ищи ветра в поле. А с учетом того, что контроль над этой территорией не может быть таким, как, допустим, он в России, когда там и видеокамеры передвинулись, все можно. Это чревато переходом в другую фазу. И еще одно. Ситуация подогревается и тем, и украинцев будут на этом тоже держать, о том, что, в принципе, конечно, все понимают, Россия может войну эту прекратить или спецоперацию, только решив те задачи, которые были определены. Зачем? А для того, чтобы их решить, нужно сменить режим,
нужно введение администрации, нашей администрации, будут ее украинцы называть оккупанты, оккупационные, военной администрации, но по-другому никак. Во-вторых, надо сказать, решать вопросы, что потом, на какие силы опираться. Вот сейчас Зеленский запретил все оппозиционные партии, кто придет на Украину на смену. Они это поле зачищают, то есть остается только они. Какой дальнейший путь? А дальнейший путь, кто Украину превратить в нормальную дружественную страну. Значит, стоит в повестке дня вопрос о разделе Украины. О разделе Украины под каким, под какой эгидой? Поляки мечтают вернуть себе там Львов, территорию Львова, у венгров. Там есть тоже, живет 1150 венгров на западе Украины, свою, сказать, территорию вернуть себе. Для нас, конечно, чрезвычайно важно, чтобы левобережная Украина, а там еще есть свои проблемы, левый берег – это левый берег Днепра, да, вот левобережная Украина, по сути дела, есть Новороссия, вот она оказалась под контролем дружеских для России, для нас сил, ну, там проживает достаточно большое количество или доминирующее количество русскоговорящих людей, да, русскоязычных. Вот как этот вопрос решать? То есть клубок, на мой взгляд, завязывается все более тугой, тем более, что поддержка, колоссальная поддержка, которую получает режим, русофобский, нацистский режим с Запада, он нарастает. Нарастает и за счет тех бесконечных санкций, которые, конечно же, душат нашу слабую, прямо скажем, экономику. Душат, а это значит, что они душат наше население. Вот, но они работают и заявляют о том, что их цель не убрать тот режим, который сегодня в России есть, убрать Путина, да. Вот, поэтому делают все возможное, чтобы решить эту задачу. Хотя мы понимаем, что Путин для них повод. Для них главная цель – уничтожение России, уничтожение великого тысячелетнего государства, так сказать, народа с особой, так скажем, позицией, с особым менталитетом. Это идет борьба. А нашим бойцам, я еще раз хочу сказать здесь, пользуясь случаем, опять, я понимаю, с какой болью, тревогой родные и близкие тех людей, которые сегодня воюют, наших офицеров и военнослужащих, которые сегодня находятся там, на передовой, так скажем, слушают эти сводки. Вот. А нам надо понять, что борьба затянется. Вот сейчас в этих городах, я в одной из передач первых об этом говорил, о том, что такое вообще Донбасс и тоже левобережье. Донецкая, Луганская республика – это, по сути дела, агломерация. Там кругом здания – это уже не украинские мазанки глиняные, которые крупнокалиберный пулемет прошивает насквозь. Это капитальные сооружения, оборудованные для обороны. Это в руках у военнослужащих Украины современные средства, западные средства, западные методики. Они ведь тоже обучали их инструкторы с Запада, как вести в городских условиях бои, какими силами действовать. Это, конечно, несет в себе угрозу для жизни наших военнослужащих. Да, я уверен, что огромный опыт советской армии по штурму Кёнигсберга, Берлина, действия наших во время Чеченской войны городские, все это переработано и будет использоваться. И тем не менее, у противника, который не паникует, не бегает, не прячется, вот по большому счету, вот, а ведет изощренную борьбу с хорошим оружием, когда он может сбить любой вертолет, он может сжечь любой танк, любую бронетехнику, а в городских условиях вести борьбу крайне сложно. Поэтому опять основное бремя борьбы ляжет на плечи российского русского солдата, потому что вот в этих условиях, когда есть техника и там баражирующие снаряды, которые снабжены, те же украинцы выбивают у них авиацию, но есть другие беспилотники и многое другое, опять главную роль сыграет стойкость, умение, боевые навыки, смелость наших военнослужащих. То есть опять человек в условиях современных, суперсовременных вооружений играет главную роль. Но это само по себе все равно будет нести потери. И мы к этому морально должны быть готовы.
Вот. Это страшно, это больно, но с другой стороны, понятно, выхода нет, потому что если наши вооруженные силы будут политиками остановлены в любой другой позиции, не выполнив задачи, это будет расценено, ну, на Западе понятно, поражение России, но Украине как разгром, и это даст новый импульс тем силам, которые правят на Украине, и которые оболванили и заразили украинский народ русофобией, новые силы для того, чтобы мы имели еще более лютого врага, который ненавидит все, что связано с Россией, и прежде всего ненавидит народ России, и прежде всего русских. Это надо, в этом надо отдавать себе отчет. Останавливаться нельзя, жертвы будут. Враг непростой, не слабый, не трусливый, это тоже, в этом надо себе отдавать отчет. Поэтому мы здесь должны понимать, справиться ли. Вот у меня сомнения. Нынешнее, так сказать, руководство, кто определяет, с теми провозглашенными целями. Потому что там не только ведь военная задача. Сегодня, когда идется ярая, по сути дела, термоядерная экономическая война с Россией, у которой, в общем-то, отнимает все, и те идиоты, которые втащили страну в этот курс, в этот мир, в надежде, что конечно, они там фамилия будут... фамилия, Александр Алексеевич, фамилия. Вот мы в этом году будем отмечать столетие со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Я еще раз понимаю. Все, что мы сегодня имеем вокруг России, внутри России, все, что мы сегодня имеем на Донбассе, на Украине, все, что, как себя ведут Запад, это следствие того, кто взорвал, кто развалил, разваливал, предавал нашу Родину. А фамилии их известны, да, мы там начинаем на верхушке Горбачев, Ельцин, это люди. Вот все это последствия того, что у нас происходит сегодня, это последствия развала Советского Союза. Украину, скорее всего, начнут делить, потому что Украина, которая не состоялась сегодня, очевидно, как государство, не способна. Я вспоминаю, любой историк знает, что существует нормандская теория, как у нас, у славян восточных, образовалось государство. Почему пригласили якобы варягов? Земли наши обширные, обильны, да, порядка в них нет. Приходите, властвуйте. Вот Украина демонстрирует, видимо, ту часть славянства, которая не способна к государственной организации. И на этом был сделан... Приходите и правьте. Да, да, да. Ведь пригласили тогда Рюриковичи и все прочее. Мол, сами по себе славяне восточные, то есть, ну, наши предки, не способны к государственности. Ну, видимо, та часть, которая вот, или гены остались в Украине, они подтверждают эту теорию. Они получили государство, но что происходит, мы знаем. Потому что постсоветская Украина, она идет от слова «украл». Они все разворовали там, все, что можно разворовать. А сегодня мы имеем то, что имеем. И, повторяю, это великое преступление, за которое рассчитываются не только Ельцин, они в могиле. Горбачев, к сожалению, избежит, наверное, суда, уйдет раньше, чем до него доберется самый справедливый суд. Но их выродки, их ученики находятся во власти. Они все это сделали. И когда нам говорят, что, так сказать, мечтать о том, чтобы возродить Советский Союз, это глупость, это безумие. Безумие было сломать страну, которая бы обеспечивала стабильность развития всех народов. Повторяю, все это следствие, причины. И последнее, что я хотел бы в этой связи сказать. Когда мы анализируем, почему это происходит, когда, пользуясь нашими патриотическими чувствами, люди поднимают и говорят, что мы выполняем такой долг, вы это следствие, посмотрите причины. У истоков беды, великой беды и украинского, и российского, и других народов, мы ведь заплатили страшную цену. Вот сотни тысяч людей уже погибли после того, как развалили эти элиты, так называемые, националистическую страну, и этот процесс будет продолжаться. Поэтому, когда оцениваю эти заслуги, пафосные слова тех, кто еще вчера клял советскую страну, советскую Украину, а Украина теперь ясно, могла жить, существовать нормально только в рамках Советского Союза и будучи советской Украиной.
Украина националистическая, буржуазная, не может жить, не может существовать сколько-нибудь долго. И сегодня, долго, я имею в виду по времени. И сегодня мы видим вот эти процессы, мы видим демонстрацию того, насколько были правы создатели великой страны, в которой мы с вами родились. Потому что по-другому выстоять, выжить в этом мире враждебном, русофобском. Ведь Европа, она не только легла под фашистов, она сама была, по большому счету, по идеологии, она была фашистами. Так же, как на Украине сегодня, это фашисты. Да, нацисты. Нацисты. Ненависть, но только в той модификации, что там главное на этом этапе – русофобия, ненависть. Сначала к якобы коммунистам, да, антикоммунизм, декоммунизация, а сегодня выясняется, что нет, это было, как говорится, ухватиться за пальчик. Главное было оттяпать руку России, а если желательно, вообще голому, голову России. И это, в этом задача Запада. Поэтому, когда мы смотрим на политическую ситуацию, граждане наши, у них короткая память. У украинцев там вообще беда. Я на днях в газете «Правда» вышло своего рода открытое письмо к украинцам моего товарища Ивана Игнатьевича Никитчука. Он сейчас возглавляет организацию ученых соцориентации, доктор технических наук. Он работал в Арзамасе 16, там, где создавалось наше термоядерное оружие. Он депутатом Государственной Думы был неоднократно. Замечательный человек, веселый и прочее. Вот он открытое письмо пишет, я думаю, его бы надо нашим военным, вот это обращение, распечатать в виде листовок и разбрасывать над Украиной. Кстати, обратил внимание, когда наши говорят о том, что мирные жители используются как щит живой, да, для этих, показывают Мариуполь, раздолбанные кварталы, а я не вижу пропагандистских листовок. Связь не работает, да, радио нет, у них ничего. Как человек узнает о позиции наступающих сил, где эти многотиражки, листовки, которыми вообще-то должен быть усыпан? Усыпана вся Украина, в которой было бы понятно, поскольку каналы наши там перекрываются, транслировать нельзя. Ну, надо объяснять, потому что мы победим, мы их разобьем. Но чтобы вот эта бандеровская нечисть, и теперь зараженные массы, широкие массы населения этими вещами не превратились в лютых ненавистников нас, да, не превратились в материал для всяких диверсантов, партизан, я имею в виду для вербовщиков, для борьбы, для ударов в спину, нужно объяснять. И объяснять массированно. Сейчас, не тогда, когда зайдет, когда уже сейчас, ведь сторонников сотрудничества с русскими военными, так скажем, властями в освобожденных районах уже постреливать начали, убивать начали. Вот эти вещи нужно просчитывать. Вот. Но я повторяю, сегодня очень втягиваемся, это только начало, очень тяжелый период для нашего народа и нашей страны, и народ должен понимать, кто отвечает за то, что нам, нашему народу, придется платить огромную цену не только в золотовалютных резервах запасов, которые потеряны или предательски сданы Западу, фактически оказались, зная о такой угрозе. Но самое страшное еще жизнями наших людей, причем того молодого поколения, которого и так в России мало, в стране вымирающей. Александр Алексеевич, ну а ученики-то вот этих господ, которые разрушили великую страну под названием Советский Союз, они же до сих пор сидят в правительстве, да, в министерствах. Да. Кто понесет наказание вот за те золотовалютные резервы, то есть 300 миллиардов у нас, до, да? До 400 миллиардов. Вот. А теперь они на золото замахнулись еще. А кто... Набиуллина, я слышала, ее опять переизбрали? Да. А кто ведет кредитно-денежную политику в стране уже много лет? Александр Алексеевич, я не понимаю, на фоне вот этого все уже видно, да, что сделано было, что нельзя было делать. Коммунисты, кстати, вот все время говорили, ребят, что вы делаете? Деньги оставьте. Нельзя. Закроют, арестуют. Вы знаете, если пытаться играть на той стороне и как-то объяснить почему, то, наверное, президентская команда и Путина могут объяснять, что это квалифицированные кадры. Или, переводя на нормальный язык, у них других
кадров просто нет. Ну, понимаете, это... Сегодня что имеем-то с этими кадрами? Выросла плеяда людей, которые, они насквозь поражены. Для них отказаться от этих кадров – это значит сменить курс. А как они могут сменить курс? Они, во-первых, я убежден, все повязаны. Потому что решение, когда людей абсолютно русофобских по своей природе, там я не говорю, их раньше ценили за антикоммунизм, за антисоветизм, но выяснилось, что это враги России по определению. Враги. Вот. Кто-то там сейчас говорит, Чубайс вроде отказался от должности, да, которую держали. Да, и видели его в Стамбуле. Да, и уже смотал за границу. А почему выпускают всех этих деятелей? Так у нас оставить здесь, заставить платить по счетам. Можно строить только предположение. Либо они слишком много знают, и это гарантирует им их безопасность, что их трогать нельзя, потому что те, кто принимает решение, не совсем чисты, или у этих деятелей есть материалы, которые будут для них крайне, публикация их, или, будет крайне нежелательно. Я других объяснений не вижу. Я ведь понимаю, какие бы дивиденды политические могла получить эта власть, и президент в том числе, если бы пересажали вот всех этих ребят. У народа это бы прошло все на ура. А почему? Почему? Тем более в условиях, когда нужна мобилизация, единство народа, о том, что, условно говоря, да, наше отечество теперь, оно буржуазное, оно тоже в опасности. На него ополчился большая часть того мира, куда пытались впихнуть нашу страну. Ну, как выяснилось, правда, мы там должны были не партнерами, а продуктом для питания этих стран, чем Россия вообще и выступала. Ну, сырьевой придаток, полуколониальный статус, ликвидация своего производства всего. Вот, нет этого. Значит, доверять нельзя. То, что делает, спасение ли это России, или спасение собственной шкуры, время покажет. Народ разбирается, но те, кого они лелеяли, воспитывали, кому давали экраны, давали концертные залы. Деньги? А денег сколько там в этих корпорациях, у этих людей? Да, вот сейчас появилась информация в связи с этими санкциями на миллиардеров. Они не знают, куда эти деньги теперь вывозить. Яхты куда девать, которые? Яхты, самолеты, вертолеты? Не успели арестовать, они, там... Бегают, наверное, я не знаю, в свободном плане, в нейтральных водах. Там же страшные деньги на всем этом. Ну, понятно, что речь идет о триллионах, а не рублей, а долларах. Да? Вот ситуация. То есть все опять там осталось? Ну, в общем, да. В общем, да. Призывы там, к офшорам, верните. Мы вас предупреждали, что надо вкладывать в собственную страну. Для них эта страна – место, где они шабашили, грабили и так далее. Россия была большой дорогой, а они бандитами у большой дороги. Александр Алексеевич, а где, не знаю даже, не гарантии, наверное, а вероятность того, что вот эта ситуация, которая показала, что на самом деле нужно было делать, вкладывать в свою страну, она действительно приведет к сильной экономике России, она действительно приведет к строительству заводов, фабрик, к... человеку труда, который будет не блогеры вот эти, которые, да, отключили интернет, все, где деньги. Что вот эта ситуация, она развернет Россию на правильный, я бы так сказала, путь. Гарантии-то какие? Да, в данный момент никаких гарантий нет. Учитывая, что первый опыт так называемого импортозамещения уже тогда, в 2014 году, когда начался сигнал... Сигнал прошел, продекларировали импортозамещение. Что получилось? Получилось пшик, да? Почему? Потому что можем на что мы опираться? На определенный опыт в условиях блокады. Возрождать страну можно только под эгидой государства, нацеленного на общенациональный интерес и интересы большинства народа. Да? У нас сегодня нет станкостроения фактически. А большевики с чего начинали? Они строили заводы, покупали, да, технологии, заводы. Вот, допустим, начинается машиностроение со станкостроения, да? Станкостроение должны быть заводы, которые их делают. У нас, мы чем гордились?
магнитка, мощнейшая металлургия, да, так сказать, пятилетка, символ нашей страны. Уралмашзавод – это завод заводов. Если Киев – мать городов русских, как говорят, то Уралмаш – это отец заводов Советского Союза, крупнейшее предприятие. И далее мы можем смотреть там заводы на Украине, в том же, так сказать, Донбассе, Запорожье и так далее, создавали с иголочки заводы. Но это была воля, туда работало государство, его мысли, народы. Но это были все советские, общенародные, народные предприятия. А сегодня, ну, хорошо, надо построить завод. Вот якобы строят завод где-то в Подмосковье беспилотников. Мы, ну, сильно отстаем в этом направлении, хотя есть демонстрация. Я надеюсь, что его бы в те времена, если в войну, когда под открытым небом делали, в те времена сделали бы за полгода, построили бы, оборудовали и так далее. Не знаю, сколько будут ковыряться, какие темпы, какие объемы будут выпуски. Сегодня выясняется, что КАМАЗы мы выпускать не сможем, потому что там комплектующие из Германии, а они прекратили эти поставки, коробки передач, перемены передач. А где наши комплектующие? А как же, ну кооперация, мы же, у них хорошие, нет, на самом деле на Западе очень многие компоненты брали по принципу, у них хорошие, у них высокое качество, у них лучше, чем делают наши заводы. Вот, пожалуйста. Ну вот прошел, да, здравствуйте. И снова здравствуйте. Да, никогда такого не было. И опять. И вот опять, да, здесь. И так по всем параметрам. Даже наши, как говорится, стратегические, почти мы их называем там друзья, партнеры, китайцы очень осторожно собираются, сказать, делиться. Призыв прозвучал о том, что надо обеспечить товарами Россию, да, которые исчезают, но товарами потребительскими. Понятно, что придет там... Невысокие технологии, да, не текстиль, платы, да? А то, что это, ребята, подождите. А вот, пожалуйста, покупайте за свое, сказать, свои средства или за свои, типа бартера, газ и прочее, нашу текстиль, обувь, другие там предметы бытовые. Александр Алексеевич, мы первые полетели в космос. Мы умнейшая страна. Вы понимаете, мы умнейшая страна. Вот когда я ссылался на обращение в «Правде» за 18-21 газета «Правда», это на первой полосе, это своего товарища Ивана Игнатьевича Никитчука, вот, написанные очень, ну, мощно, проникновенные слова, он обращается к украинцам, что они все это сделали. Что вы там, сказать, русофобия, которая есть, это вы потеряли достоинство. Очень мощно написано, говорится, это песню не перескажешь. Вот. А мы сделали. Но наш народ, который повелся на барахло, он обменял право первородства, право на то, чтобы быть мировым лидером, морально-политическим без всяких сомнений, но и техническим. Мы ведь давали четвертую часть мировой промышленной продукции. Сейчас ВВП России меньше 2 в мире. Понимаете, о чем мы говорим? Так это ВВП считаются и эти блогеры, и этот консьержка в гостинице, и дама, сидящая на ресепшене, она ее учитывает, ее услуги в это ВВП. Когда в советские времена мы считали, да, сколько десятков миллионов тонн стали, чугуна, цемента и так далее мы произвели, да, сколько миллионов квадратных метров ткани, сколько миллионов пар обуви, кто-то скажет, какая обувь, я ее хочу. Ну, извини, дорогой мой. Когда были в лаптях, да, но мы могли эту обувь сделать доступной для всех, у нас не было голых, босых и так далее. А кто мучился, ну, это второй вопрос. Ведь сейчас, скажите, солдат не требует, а мы были в бою тогда, в бою против всего мира. И мы, приведя к власти Ельцина, Собчака и его учеников, мы все обменяли это. Они сдали страну, и когда разрушали нашу авиапромышленность, нашу авиацию сегодня, когда от наших заводов оставались рожки до ножки. Мы опять, посмотрите на Омск, да, великолепные, мощные заводы, чего от них осталось-то? От танкового завода до заводов, которые, сказать, делали автоматические системы, уникальные, их таких 4 было в стране, автоматик. Я уже не говорю про завод... Так эти Баранова, правители нарочно разрушили всю экономику? Да, по собственным или все-таки им они, сказали, они, ребята, они давайте... Они торговали страной. Они ведь как? Они приходили, высосали, сдали, сказать, потом сначала ресурсы. У нас у каждого завода, вот в Швейцарии, по-моему, в Женеве есть, говорят, улица чуть ли не Омская, где бывшие так называемые красные директора, распродав
ресурсы, каждое оборонное предприятие имело стратегический запас. Это ценнейшие материалы, титан, медь, там, ну, то, что необходимо в военное время и, может быть, перебои в поставке. Они обменяли это все на франки, доллары, фунты и так далее. Они сдали страну. Потом сдали в металлоломы станки, приезжали, сказать, московские, вот у нас в 2009 году приезжали сюда и Олбрайт, Маргарет, которая говорила, что у России незаконно владеет такими природными богатствами, это достояние мира. И приезжали другие западные руководители с налетом, они же, у них на лицах написано, что они дебилы, в этом и их опасность. Там мозгов мало, там есть ненависть и уверенность о том, что они особая раса, они господа, а мы быдло. И вот под это, чтобы... Эти... Мы 30 лет же это и показываем. Да, но чтобы их приняли за своих, те, кто правил Россией, они ее отдавали, сдавали все, шли навстречу. Сколько непросчитанных проектов, мы говорили, сколько мы сейчас всего теряем. И несмотря на это, нас... решают вопросы о том, как задушить внутри тех, кто искренне любит свою родину, кто не мыслит жить без России. Они сегодня все патриоты, да? А зачем, говорит президент, этот мир, если в нем нет России? Все правильно. В нем а этот во мир что не, вы Россию не... превратили-то да. за 30 лет? Чтобы в этом мире была Россия, Россия, она была, должна быть страной государств с государством трудящихся. Мы такая страна, такие просторы, потому что у нас барин, миллиардер, он ничего не... Тем более, что он, ведь он по своей природе порочен. Но ни одного богатого или сверхбогатого человека, который не совершил преступление даже по действующему законодательству, требующее изъятия у него всех ресурсов, его посадки, слава богу, нет для них, я имею в виду, слава богу, нет смертной казни в России, они наработали все на это. Ну и что вы хотите, чтобы они возродили Россию? Ну, если возродится Россия, возрождение России – это их гибель. Не физическая, а то, что для них самое дорогое. То, что они награбили, те деньги, ресурсы, средства, активы, как сегодня модно выражать. Так власть вот. Разве на это пойдет, Александр Ильич? Нет, конечно. Нет, конечно. Она опять будет им давать триллионы для того, чтобы они с эффективностью близкой к нулю выпустили... Несколько танков, несколько самолетов. Ведь речь-то идет о том, что вот сейчас Россия там потеряет... Мы или так и будем слабыми. Будем. Вы должны понять, что в рамках этих... Почему произошла Октябрьская революция? Потому что всем стало понятно, что при монархии, при буржуазной демократии Россия будет слабая, она будет терпеть поражение. Россию может спасти... только власть народа. Она у нас называется советская власть. Россию могут вести только лидеры, которые подлинно называются коммунистами, марксистами-ленинцами, которые знают законы истории, законы развития и которые соответствуют этому. Да, наша огромная беда, что правящую партию возглавили никчемные люди, в итоге предавшие и великую идею. Они не знали вообще, что они не предают, они... Тоже начинался процесс дебилизации. Вот. А другая масса народа, проходимцы, те, кто торговал на рынках, спекулянтов назывались презрительно в советские времена, они возглавили страну. Кто занимался бомбежкой, имеется в виду, таксовал или копеечку получал там в тех или иных условиях, они им не давали свободы. Их тогда же предпринимательскую деятельность, как они говорили, ограничивали и правильно. Вот, не ограничили и растащили все, уничтожили почти все. Но Украине продвинулись в этом еще дальше. В силу особенностей характера, грубоватости там определенных сил, двинули прочее. А потом собирают деньги за ненависть. Надо дальше грабить. Вы смотрите, они ненавидят нас, а их все эти звезды, так называемые, да, гастролируют. У нас все эти Виагры, там, Эльзе. Ну, сейчас, здесь деньги сейчас не... зарабатывают. Да, здесь, ненавидя этот народ, эту страну и так далее. А у нас фанаты ломятся. У нас торговка помидорами с Днепропетровского рынка Брежнева, ну, звезда, эталон для массы, ну, теперь она уже дама поношена. Вера Брежнева из Виагры, которая сейчас оказывает помощь.
Да. Эти люди навязывали еще мораль, учили жизни, а наши дурочки, которых, к сожалению, хватает, вот, они эталонно смотрели, какие у нее купальники, манеры, какие у нее, так сказать, обезьянькины челюсти, таращит она свои, они создали. А теперь вот мы столкнулись, и они показывают свой оскал и свое отношение к, я имею в виду, русскому Ивану-дураку, но под Иваном русским дураком я понимаю всех людей, потому что транскрипция Ивана, самое распространенное в Древней Руси имя, она есть у каждого нашего народа. У нас много народов, у нас талантливый народ, но и дураков у нас немерено. И вот сейчас за тех дураков, которые на выборах, и когда страну нашу валили, и когда Ельцина избирали, и когда Путина избирали, мы и рассчитываемся. От власти они уходить не могут. Но они даже не осознали, что вообще кирдык России – это кирдык и их власти. А куда им деваться? Там на Западе они не нужны. Там наши миллиардеры пристроились, их сейчас активно обчистили, о чем мы и говорили. Там все по закону. Вот теперь, значит, надо защищаться. Ну вот на какой-то момент интересы национальных предателей, национальной буржуазии совпало, потому что для них это еще вопрос еще шкурный. Да, будут прикрываться интересами России, а интересы России на самом деле под страшной угрозой интересы, я имею в виду интересы нашего народа. И вот здесь тот момент, когда, да, этим надо воспользоваться. Но выстоим, одолеем и так далее, но не надо забывать, первопричина в них. Не было бы их, не было бы бандеровской Украины, не было бы беды, связанной с развалом нашей великой страны. Мы давно были бы мировыми лидерами. И никакие санкции. И США, Китай, все бы смотрели нам вслед, да, мы превращались в точку мирового лидера. Вот этого, чтобы этого не сделали, их привели к власти. А теперь их хотят зачистить, но они-то понимают, чем это кончится, они не хотят уходить. Но нашему многострадальному народу, терпеливцу, в части определенной дураковатому надо учиться. Ведь в итоге все наши сказки, а у нас другие сказки. Вот кто не может понять, что у нас мы другой народ, почитайте русские народные сказки, почитайте западные сказки. Я всегда говорю, чтобы понять нашу мораль, этику, я не говорю сейчас о там, читайте Владимира Ильича, это вам не по зубам, потому что большинство, ну, не образованное, Маркса и так далее, это не по силам. Прочитайте, это, наверное, будет по силам человеку с 4 классами образования, а это примерно сегодня уровень выпускника советский 4 класс, это примерно как сегодня выпускник общеобразовательной школы современной Российской Федерации. Две вещи. На Западе классическая литература стоит на песне о Роланде. Есть такое произведение, где воспевается там героизм, верность королю франкскому и наше слово о полку Игореве. Сравните пейзажи, отношения, как расписываются битвы, что и так далее, вы поймете, что мы полюса. Так это было написано во времена Киевской Руси. Украина – це Европа, да, они говорят? Украина – це Европа. Это разная этика, эстетика, мораль. Это в те времена, 1000 лет назад, без малого. И сейчас, когда нам там черт знает что навязывают. Вот ведь за что началось-то, по сути дела, сопротивление народа русскоязычного Донбасса? Я когда-то давным-давно прочитал, по-моему, перевод Козлавского Расула Гамзатова. Ну, замечательный поэт, да, дагестанский аварец. И мало ли бы кто его знал, если бы он не перекладывался на русский язык, и где проявляется этот великий талант. У него есть строки. «Сегодня исцеляет от болезней другой язык, но мне на нем не петь. И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Я тогда не до конца понял эти строки, а сегодня, когда поднялся Донбасс и так далее, эти строки приобретают значение для Донбасса. А я думаю, что сегодня актуальны и другие, уж извините, обращусь, в общем-то, к тому, что отличает и нашу культуру в свое время, советскую и российскую, особая роль поэзии. Сегодня это все в загоне. Вот у другой, ну, великий поэт земли советской, русской, Анна Ахматова, она требовала, чтобы ее называли поэтом, а не поэтессой.
У нее в начале войны Великой Отечественной тоже есть стихотворение, я несколько строк прочитаю. «Мы знаем, что нынче лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не страшно остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Вот я думаю, когда они пытаются понять, когда бандеровцы выжигают настоящий русский язык, да, и то, что происходило там, и кого называют, как они, сепарами, сепаратистами и так далее, они должны понять, что это язык – это, ну, один, если, пожалуй, главный признак народа, этноса, как сегодня модно говорить. Они пытались это уничтожить. Но вы посмотрите, что делается у нас. Наступление на язык начинается со слова. Слово у нас делается из алфавита. Вы проедете по нашему родному городу, я уж не говорю про столицы. Где вы? Сегодня в соседи Казахстан уничтожают, выдавливают кириллицу, да, которая дала письменность казахскому народу. Сегодня даже наши, вот меня это корежит, наши бойцы на своих бронемашинах, самолетах рисуют Z, да? Z там, V. Наши писали «За победу». Да, «Наши за победу». Но в русском языке есть хорошие буквы. А если хочется ругаться, то есть буква, которая похожа на перевернутый мальтийский флаг, да? Вот, с перечерком. Вот вам, что ребята, ждет, а не победа, не разгром русских. Ну, это другое. Кириллицу выдавливают. Названия идут в интерпретации, если не чисто на латинице. Но, ребята, если вы ведете войну, если Запад против нас, ну, зачищайте или заставляйте платить, чтобы вы в наших городах делали вывески на латинице, плати в муниципальный бюджет. Вы знаете, сколько мы могли бы заработать при хорошем подходе? И при этом ты должен на кириллице, на нашем алфавите, писать все в два раза крупнее. Я уже подбрасывал нашим депутатам мысль выйти с этим законодательством. Сегодня идет уничтожение России, русского языка, русской культуры. И в том числе в России. Русской морали. Ладно, Казахстан там. Прежде всего в России. Прежде всего в России. И руками тех, кто руководит Россией, кто это выпустил, кто руководит культурой, средствами массовой информации. Бизнес. Да. Вот. Так их надо оттуда выковыривать, всех увольнять, оттуда, сажать. Оттуда два варианта. Выборы, которые пока еще не отменили, и революция. По-другому, ну, ничего Александр другого Алексеевич, не дано. Я так полагаю, что у нас второй вариант больше ждет, потому что с выборами. Да, вы правы по простой причине, что систему выборов делают, ее абсолютно выхолащивают. И даже наш последний дурак в нашей стране, который проявляет какую-то активность, поймет, что дело не в выборах. Но на выборы он не пойдет. Эти ребята продолжат, я имею в виду те, кто властвует, продолжат эту свою линию. Но даже Все, Александр Алексеевич, останется вот... Если хуже еще не будет. Нет, будет хуже. А. Все, вы должны понять, что мы могли говорить, хуже не будет, ну, допустим, год назад. Ну, хуже становится, но будет медленно. Медленно, по частям. Сегодня пойдет обвал. И вот сегодня выбирать курс спасения страны, не курс победы, мы победим, мы должны там победить, а курс спасения страны, в том числе вместе с Украиной и с Белоруссией, выбирать. Вот такой путь, он встанет в повестку дня неизбежно, потому что дилемма простая. Или Россия меняет курс и начинает возрождение, я имею в виду экономическое, социальное, культурное. Без этого политического возрождения не будет. Хотя политика везде первенствует. И вот первенство политики над экономикой, он должен сработать. А сегодня ребята пока принимают меры в рамках их представлений, как в условиях рыночной экономики что-то делать. Хотя противоречиво. Вернемся к местным материалам. Недавно проскользнула информация о том, что губернатор Омской области, значит, призывает там организовывать государственные магазины. Я же, ну, губернатор человек информированный, их там накачивают, им говорят о грядущих проблемах. Их предупреждают, они же, какие бы там, сказать, у нас власти не были, они к этому готовят. Да, ну а что такое? Ну это государственный магазин, это фиксированные цены, да?
Это, сказать, человек рассчитано, скорее всего, на тех, кто наиболее обездолен, чтобы он не бунтовал, с голоду не опухнул. А дальше мы должны понять, что регулирование придет к карточной системе. Но карточная система во имя чего и во имя кого? Во имя спасения нынешнего курса? Этих миллиардеров, которых потрепали и общипали, сказать, обогрели, пригрели на Западе, а потом, сказать, обобрали и выбрасывать будут. Это один разговор. Поэтому вот ситуация сегодня, она назревает. Власть, на мой взгляд, вообще заигралась с терпеливостью, ну и глуповатостью, и продажностью определенной части населения. Вот они сейчас еще более ужесточают, а точнее извращают, уничтожают выборное законодательство наше. Ну, а значит, желая задержаться еще на пяток лет в новом цикле у власти, они готовят взрыв, социальный взрыв. Потому что если нет честных, прозрачных выборов, да... А их, судя по всему, и не будет, Александр Алексеевич. Нет, ну, дистанционное электронное голосование, отмена членов комиссии совещательным... Там много всего. Алла Юрьевна, вы же понимаете, что все это они делают. Вот не будем за всю Россию говорить. Вот вам пример нашего родного Омска. Единая Россия проигрывает КПРФ и федеральные выборы, да, и выборы региональные. Она проиграла бы их и проиграет их и муниципальных выборов. Какой? Ну, жулики же, да? Какой вывод делает? У них нет. Они понимают, что таким путем, парламентским миром, мы приходим, компартия берет власть в представительных органах. А это значит, что законы меняются, решаются. Это вообще-то главное. Это опора на избирателя, на широкие массы. Что они делают? Они решают играть они больше. Они же, в общем, систему создавали и партийную. Ведь когда-то в 90-е годы в Омске были тоже выборы прямые. И тогда мы тоже их делали. Вот они сейчас возвращаются, надеясь удержаться. Прикрытие понятно. Ну, то, что жулики полезут, они, вот как рассказывают наши корреспонденты, там из Мариуполя часть этих бандеровцев бежит, переодевшись в женское платье. Вот сегодня Единая Россия переоденется в платье заботников, хозяйственников опять, врачей, в белых халатах, там, сказать, людей, профессию которых уважают, нуждаются. Они скроют свое мурло пособников уничтожения России, каким является Единая Россия, на Омской земле, они понимают, что у мечей не канает, как говорят на блатном языке, и молодежь сегодня не пройдет это. Вот. И они теперь, значит, начинают этот макияж. Убрали. Ребята, ну мы-то знаем вас поименно. Просто моим товарищам мы будем работать по персоналиям. В Омском горсовете не должно быть не только буржуев-эксплуататоров, каким являются наши предпринимательные бизнесмены. Там не должно быть их ставленников и пособия, которые, так сказать, под прикрытием идут. Сотрудников, менеджеров, там, специалистов, журналистов и так далее. Все это одна шайка-лейка. И просто нашим товарищам надо людям это донести. Раз. И тех людей, у которых болит душа за большую и малую родину, за своих детей, которых и внуков, которые могут оказаться в мясорубке, идти, привести их на выборы. По большому счету, людей, которые нам близки, которые с нами вообще-то спорить не могут. Они просто либо хитроватые, ну, хотят как-то, так сказать, между струйками пробежать. Но жизнь подожмет. Подожмет и безработицей, подожмет и нищетой, подожмет и дороговизной, многими факторами, вот. Но чем быстрее мы этот решим вопрос, в Омске это надо решать нам в сентябре. Надо менять горсовет, надо эту белую контру вычищать. Они же для этого избавляются от собственного города, Александр Алексеевич. Они прячут. А еще раз показали, когда настала пора, почему так дружно, допустим, вот мы перешли к теме выборной, да, почему так в горсовете проголосовали так называемые там партии ЛДПР и так далее, я там не говорю про другую шелупонь. Ну почему? Да потому что они никогда партиями не были, раз. Александр Алексеевич, они же сами себе все перекрыли, все эти пути выхода. Они ничего не перекрыли, они же мы же всегда говорили, что это рукава Единой России. Их переназначат, им предоставят другую либо возможность, либо откупили. Они выполняли роль тех
провокаторов, которые должны были оттянуть голоса у КПРФ. И ЛДПР, и «Справедливая Россия», кто там у нас еще отирался, появится. У них другого нет. Они все поставленные, они не от народа. А это искусственное образование. Казалось бы, вот лицо свое показали, да? Да. Ну, надо было... что? Да, да нет у них. Они биться должны были за принадлежность к партии. У них нет лица. Они пятая точка «Единой России», ее прижали, вот и все. Понимаете? Это «Единая Россия», а «Единая Россия» сама, это, так сказать, наши чиновники. У него мурло-то одно. Вот, административное. И ничего там идейного, национального, российского, все остальное показуха, формализм. Да, движение, так сказать, там всякие акции и прочее. Нашим избирателям еще более внимательными надо быть. Каждые выборы заставляют нашего избирателя еще быть более внимательными, когда... Ну, единственное, что меня беспокоит, конечно, электронное дистанционное голосование, да, там вообще все под контролем, и не проверишь. Ну да, там... То есть это нужно ножками дойти до избирательного участка, самому посмотреть, внимательно заполнить все это. Да, все, так сказать, отпустить, нажать, что положено проконтролировать. Ну и, конечно, здесь огромная работа. Они ведь делают то, усложнить нам, то есть... Вообще, по-доброму, я так понимаю, что вот эти поражения, в том числе и в Омске, «Единой России», они вообще разгромные. Это только при фальсификации, огромной фальсификации, они все-таки там разрыв не в три раза идет. А так они, конечно, проигрывают нам в два раза. В два раза как минимум. То есть в демократической, это чисто буржуазно-демократической среде, мы их вынесли, как любит говорить мой один товарищ известный, в одну калитку. Без проблем, но потому что жулики. Политические жулики, жулики экономические, жулики во всем. И развращают людей, сеют в них апатию и так далее. Ну вот наступают в России сложные времена. Не хочу огорчать, но времена будут... Они, ну, как у нас ведь как говорят, мы там... Ну, российская экономика адаптируется. Они, когда говорят об этом, они, значит, считают вообще, ничего не делать там не будут. Наш народ адаптируется к этим ценам. Вот. Ну, что делать? Ну, что, будем платить больше, будем есть меньше. А из чего платить-то, в конце концов, там же ничего не... Значит, будем есть меньше, будем донашивать обноски и так далее. Вот, будем отбирать пенсии стариков. И выбирать опять эту власть? Ну да. Александр Алексеевич, ну, да, то есть мы адаптируемся? Что? Нет, ну, понимаете, они им внушают, что вообще других вариантов быть не может, что это вот единственное, законное, все. Как это? А Путин, Путин, Единая Россия, это их все. Это навсегда. Вот они внушают, а поскольку, так сказать, поколение выросло молодое, их вообще превращают в идиотов, поскольку они без образования нормального, без базы, без кругозора, без вкуса и так далее, без того, что впитывает, должно был бы впитывать молодой человек, имея перед собой великую историю цивилизации мировой и доступ к этим богатствам-то в советские времена делали все возможное, чтобы были получали. Сегодня нет, потому что это труд. А трудиться у нас не модно. У нас 80% молодежи хотят быть блогерами, да? Угу. Вот. Что они создают, ну, вопрос другой. Но это будет зачитываться в ВВП. Ничего. Да, это накормит, напоит, да, обогреет. Александр Алексеевич, дело в том, что вот сегодняшняя ситуация это показывает, что Коммунистическая партия Российской Федерации была права все эти 30 лет и абсолютно трудила все это. Абсолютно. Алла Юрьевна, вы понимаете, вот чисто по-человечески, сидит перед вами человек, который все эти годы радикально всегда был против того, что происходит, и делал то, что мог делать, и то, что вообще делал то, что и не мог. Но надо было, я и это делал. Если бы у меня была хоть йота сомнения в том, что то, что нам навязали, это не гибельный путь, ну я бы, может быть, отступился. Ну а что это? Все... Более теперь уже чем 30 лет того, что делают с страной, это абсолютные доказательства того, что России, у руля России находятся люди, которые либо полные дураки, любящие сладкое, любящие деньги и так далее, либо враги. Вот выбор там невеликий. Но и враги были, теперь выясняется, такая часть вскрывается, кто убежал, кто перебежал. Ну а то, что курс, путь, который избрали, и который... Обыватели у них ведь какой аргумент? Один-единственный.
Ну, съезди в магазин, да, в сетевой магазин, полки завалены банками, склянками. Зайди в магазин, барахло, да, сказать, одежда, обувь тоже, сколько угодно. Тебе никакого дефицита и так далее. А то, что у тебя дефицит знаний, то, что у тебя дефицит здоровья, то, что у тебя дефицит культуры, то, что у тебя... Да, совести местами и чести. Да, и... у тебя дефицит, вы обменяли, ну что дальше? Вот сейчас тебе... Тогда тебе не нравилось советское натуральное, по дизайну и так далее, но тебе и навязывали отчасти моду. Сегодня тебя лишат брендовых вещей. Да? Ну, фальшивку сделают, сошьют у нас там в Китае, во Вьетнаме привезут. Правда, страны у тебя не будет, барахлишка у тебя будет. Но потом придет человек, я не знаю какой наружностью, с говорком этим, с суржиком бандеровским или с восточной внешностью, и начнет тебя выгонять с работы, из жилья, если оно у тебя приличное, не халупа, то тебя вообще, так сказать, выселять. В том, что тебя не будут лечить, тебя не будут учить совсем. Ты к этому подводишь. Вот сегодня бьемся. Я повторяю, единственная точка, которая оправдывает и потери наши там, и это то, что здесь схлестнулось, темные силы фашизма, настоящего фашизма. Вот люди не понимают, что Европа и Северная Америка – это фашизм в широком смысле слова. Потому что другие все остальные нации, для них так, материал, расходник и все прочее. Вот. А на острие оказались эти бандеровцы, которых проплачивают, которые себя накачали до ужаса. Там поляки подпирают, я имею в виду, и руководство Польши, сказать, этой русофобии. Вот эта точка, мы должны отбиться. Сомнение, что мы эффективно отобьемся от этих нападок. Еще больше сомнений о том, что те, кто сегодня занял власть, справятся с этими задачами, потому что они изначально взяли неверный курс, они не способны найти тот алгоритм, который означает, что мы Родину сохраним, ее поднимем, ее возродим и вернем себе, во всяком случае, хотя бы морально-политическое величие. Вот. В этом нет, потому что... Все русофобы – это антикоммунисты. Это ничтожество. И они мстят советской истории, советской стране, лидерам большевиков за собственное ничтожество. Они же, вот все, кто вякает, они никто по сравнению с ними. Потому что это были глыбища, которые на самом деле меняли темп развития истории, меняли мир. А вы только загаживаете этот мир, вы уничтожаете собственные народы, вы только на это способны, грабите свою страну, вот, ну, а когда встрепенетесь, когда видите, что вас соперники берут за горло и начинают тоже чистить ваши карманы, но вы сразу тянете руки в карманы нашего населения. Так что вот, ситуация такая. Очень хочется, чтобы все вопросы мы решили на выборах и поганым помелом выгнали представителей той политической партии, которая называется «Единая Россия», тех, кто ее покровительствует, тот политический курс, который есть. И по большому счету та политическая система, которая у нас вот развивается, она показывает свою неэффективность. Значит, нам путь к советам, к власти их, всевластию. А это и есть государство народа, это и есть возрождение, это и есть будущее, это и есть достоинство, величие, достаток. Культура, гуманизм. Спасибо, Александр Алексеевич. Вы смотрели «Акцент» с Александром Кравцом. Увидимся в следующую субботу.